Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Гюстав Моро, явление. Холст, масло, 55/46. Французский художник-символист Гюстав Моро при жизни познал как ожесточенную критику в свой адрес, так и заслуженное признание, пришедшее к нему лишь в зрелом период творчества. Мастер изобразил классический сюжет Соломея. О Соломее и усекновение головой Иоанна Крестителя. Героиня изображена беспощадной фурией. Художник подчеркивает мистический характер противостояния властной женщины и пророка. Соломея обезглавливает Иоанна лишь одним движением руки. Голова святого, из которой хлещет кровь, уже окутана нимбом. По мысли живописца, силы коварной царевны Иоанна Крестителя равны. Прекрасная роковая Соломея стала одним из самых популярных образов в искусстве символизма, в котором широко разрабатывалась тема мистической и демонической сущности женской души. Одна из версий этой картины находится в музее Фога. Ну вот так вкратце описание картины Гюстава Моро «Явление». Написана она между 1876 и 1877 годами. Пока-пока, до свидания.